Я так привык. Я так привыкла. Я так привыкла жить день-два. Нет, не то, надо повыше ноту взять или пониже. Я так привыкла жить день-два. День-два. Получается? Ну, ты тренируй, репетируй, репетируй. Дальше я тебя отвлекать не буду. Я ухожу по своим делам, Кать. Да, я так привыкла жить одним тобой. Ты не высматриваешь! Все, не мешаю. У меня тут проекция проектируется. Я тут пока что начну строить то, что у меня только спроектировано в голове. Но, естественно, то, что через какое-то время у меня здесь будет прям все огромное. Так, здесь должна быть стенка. Стенка вроде должна быть в высоту, наверное, блоков 15. Потому что то, что я планирую построить, будет просто гигантским. Наверное, ну, не как Эйфелева башня, может, как половина этой башни. Офигеть, какое будет. Вот, и с этой стороны тоже надо также на пару блоков поднять вот сюда вверх. Я не знаю, сколько лет я это буду строить, но надеюсь, что до конца 2020-го я это все же дострою. Вот так. А что ты делаешь? Что? Ты что делаешь? Это что такое вообще? Постройка моя будущая, строю ее прямо сейчас, а ты что не репетируешь? У тебя концерт, скоро выступление. Да уже нарепетировалась, уже все хорошо получается. Ты меня-то просвети хотя бы свои дела. То есть тебе интересно, что я строю? Если я скажу, что я строю, я тогда перед подписчиками спалюсь, они будут знать все. Ну, по-моему, они и так уже все знают. Это я все последнее узнаю. А, ну ладно, я тут Диснейленд строю, Кать. Самый настоящий парижский французский Диснейленд. Ха-ха, удачи! Диснейленд он строит. Что это означает, ха-ха, удачи? Ну, может, у тебя получится какая-нибудь там, ну, вот это, такое что-нибудь получится, но точно не Диснейленд. Это моя родная девушка в меня же не верит, то, что я построю настоящий Диснейленд? Ну, настоящий ты точно не построишь, давай начнем с этого, и на этом мы прям закончим, ага. Ага, а то есть башню я сумел построить, а какой-то Диснейленд вот этот не сумею? Ну, башня это башня, а Диснейленд это Диснейленд, поэтому не. Офигенно. Вот так и вот, ребята, вот запомните это на будущее. Вот так и находите себе вторую половинку, там бабы, ну, в смысле, девушек, мужиков, они потом в тебя даже верить не будут и помогать. Вот так я и нашел свою девушку, а так она в меня верит. Ну вот, смотри, уже получается Диснейленд. Конечно, это, наверное, 0.5% со всей постройки, ну хотя бы что-то. Ну, такое, пойдем отсюда. Ты давай потом к этому вернешься, хорошо? Пойдем. Ну такое это то, когда ты поешь. Вот я это слушаю. И ну такое. А у меня. Я репетирую, тренируюсь. Ну, голос у тебя, ну такое. Вот петь ты вот ну такое умеешь. А вот когда я строю постройки, тогда постройки. Вот такие вот получаются. Ага. Я так привыкла жить одним тобой. Все, короче, погнали, дела вообще есть у нас с тобой, не в проворот. Вот именно, хватит пердеть ртом, пошли. Вот так. О, транспортная компания наконец-то пожаловала, давно вас не было, что продаете? О, они папоротники продают, я хочу купить папоротник. И саженец березы хочу. А может ты просто не будешь тратить изумруды на папоротник? Срочно 5 алмазов мне, у него есть саженец березы, я хочу березу посадить у нас. У нас есть береза огромная, я в парке, давай, Кать, может мы другими делами займемся. Тут, кстати, если вдруг не знала, я давно этого не говорил, но вышел новый снэпшот. И сейчас мы с тобой пойдем в ад. Ты сейчас не шутишь? Серьезно? Я не шучу, реально вышел новый снэпшот, ради которого можно сгонять в ад. Там как... Нееет! Ну нет, ну я так давно от тебя этого не слышала, блин, я даже соскучилась на самом деле, блин. Ну все, тогда давай бомбончики в руки, алмазную броньку на себя напяливай, что-то так голая ходишь уже постоянно. И пошли давай в ад, потому что как бы приключения на саркостанцию всегда нас ожидают именно там. Пошли! А золотую броньку кто мне даст? Кто мне даст золотую броньку? А зачем тебе золотая бронька? А чтобы нас не били там. Вот это вот кувалды по башке, дай мне золотую шлем. Окей, давай тогда идем сюда, я тебе дам золотой шлем. А тут нет у нас золотого. Что? У нас нет золотого шлема. Вот, держи твои трусы. Трусы золотые тоже сойдет. И вот так вот. А,
Отлично, мне труселя золотые, а тебе шлем золотой, да? Да, мне золотой шлем. Все, пошли в вот это в ад, быстро! Екати бомбончик. Сам ты бомбон. Так, а кто у нас здесь танцует? Вы танцуете, молодой человек? Пожалуйста, продемонстрируйте. Он не танцует. А, я поняла, кто танцует. Это вот этот вот кубик, да? Кубика танцует. Вы танцуете? Вот, да, он танцует. Смотри как. Оп, вместе давай. Оп, оп, оп. Ой, а ты что бьёшься, ты дурак? Ну не он же танцует. Ну надо вот это смотреть, снэпшоты, обзоры всяких туториалы ютуберов на ютубе. Танцуют пиглины. И они делают это только тогда, когда убивают хоглинов. Понимаешь? Хоглины танцуют, когда убивают пиглинов. Пиглины, когда хоглинов. Все поняла, тогда пойдем, показывай. Показывай скорей. На фронте вижу живую кабанятину и живую свинятину. Ты заметила противников? Почему противников-то? Они нас сейчас веселить будут. Ну да, кстати, не противников, все пошли. По легендам, как говорят древние ютуберы, пиглины начинают танцевать только тогда, когда они убьют хоглина. Вот там, кстати, как драка! Только вроде хоглины убивают пиглинов, они же сильнее! Так, а должно быть наоборот. Да, должно быть наоборот, чтобы вот эти свинюхи сраные убили вот этих кабанюх сраных. Вот тогда они начнут танцевать вот этими... Мы танцуем локтями. А меня-то за что бить? Я же в золотой броньке, ребят! Ну так а при чем здесь кабаны эти? Кабаны эти тебя всегда будут бить! Я тогда домой! Дай за мной побежала! Сюда, в другую сторону! Кать, вот сюда! Подожди, а почему они нас спасать-то не хотят? Никто, ни один, ни другой, ни третий! Ну иди тогда в лаве туда поплавай! О, ты что драться-то начал? Да я все, я хочу обратно домой, мне уже это не нравится! Так, я вижу, что у них ничего не происходит. Они не дерутся, вроде они даже дружно живут. Что происходит, не могу понять. Вот слушай, я не понимаю. Кабаны же всегда должны сражаться со свиньями. Они просто вместе рядом друг с другом ходят и даже не дерутся. Может, они помирились? Кстати, может, реально в новой версии снэпшота они помирились. Ну как тогда их заставить, чтобы они танцевали? Слушай, надо, короче, подойти к Хоглину. Сказать, что, слышь ты, тебя пиглин... дураком назвал. Катя, это не обзывательство, давай как-то посерьезнее, не дурак. Что за детские обзывалки? Ну, я не знаю, ты придумай ты что-нибудь, я не умею обзываться. Я не знаю, пупок мохнатый или там бородавка лысая, я не знаю. Во, это отличный, так прям им подходит, давай, иди говори. Слышь ты, бородавка лысая, тебя пупок мохнатый обозвал. Что, они на нас, что ли? Они, походу, на нас пошли. Слушай, мне кажется, последний снэпшот сломался. Они между друг другом дрюкаться должны, а не нас убивать. А может, это ты что-то не понимаешь в этом Майнкрафте? Ты ж тут у нас главный. Слышь, ты, пупок волосатый, давай ты будешь молчать просто. Вот это вот зря. Да вот это ты меня сейчас зря толкнула! Они ж меня сейчас убьют! Ну, Кать! Так тебе и надо, не будешь обзываться на свою девушку. Кать, ну ты меня, может, в этой жизни, господи, ты спасешь или не спасешь, я не знаю, куда мне убегать. Ёперный, бесполезная якотижопка просто. Я не бесполезная, я наблюдаю, слежу за ситуацией, так сказать. Вот. Беги влево, беги влево. Ой, а меня ты за что столкнул? Тебя сейчас кабаны загрызут. Беги влево, Кать. Ты беги влево, блин! В пятером напали на одного кабана. Одного кабана убили, двух вот этих хрюнделей убили. Идет охота на еще одного кабана. Они что-то делаются, друг друга случайно попадают, себе же в спину стреляют, убивают кабана. Катя убила только что одну свинюху. Зачем ты это сделала? Продолжение. Два кабана напали на двух вот этих хоблинов, пиглинов, гиблинов. Охота где-то там продолжается, но ничего не происходит. Они стреляют. Кабанов убить не могут. Господи, вы что такие слабаки? Этот вообще... Давай поможем им. Да что поможем? Они так танцевать точно никогда не начнут. Опа, ты опять одного зашмонала. Мужик в золотой броньке стреляет в задний проход. Вот это кабану. Стреляет еще раз в передний проход и опять подыхает. Проигрывает. Вы начнете в этой жизни когда-то плясать или нет? Он танцует! Кать! Он начал танцевать! Я вижу это! Они, смотри, как вот это, мы танцуем локтями просто. И, ребят, вы просто, короче, не понимаю, они побеждают, и они решают это отметить танцем, да? Именно так. У вас-то прошло всего лишь минуту, наверное, мы тут с Катей ждали. Сколько мы здесь минут сейчас провели, чтобы они наконец-то начали танцевать?
Ну, минут 30 ждали. 30 минут! То есть это настолько редко это все происходит, то что лучше этих пельменей странных не ждать просто, пока они начнут танцевать. Я сейчас вас сам всех убью нафиг. Воу-воу-воу, тише, тише, они тебе ничего плохого не сделали, они тебе потанцевали. Танцуйте! Вот прямо сейчас возьми и танцуй. Вот танцуй, да, танцуй со мной, давай, танцуй. Танцуй со мной, потанцуй со мной, танцуй со мной, Алло! Ну давай, давай, иди на меня. Иди на меня, что ты мне сделаешь, ты свинья? Вот и кто кого. Жёсткая, жёсткая, просто жестокая. Да вот так с ними надо. Так, ну все, дело сделано. Да держите, держи. Я все равно домой уже собиралась, как бы, можешь убивать меня. Миссия-то сделана. Прощайте, молодой кабан. И ты давай со мной тоже домой. Ну ты-то алмазные шмотки снимай, когда тонешь в лаве, они же портятся при каждом ударе, ну Кать! Ну не успела, меня кабан начал вот это вот дудосить. Кабаняра вот это дикий! Ой, здравствуйте, добрый вечер, добрый день, проходите, проходите, я хотела кое-что у вас спросить, попросить, присаживайтесь, присаживайтесь. Мы вас слушаем, Екатя Жопечка, внимательно, давайте, выкладывайте на стол все карты ваши. В общем, такие пироги, мы твою, как бы, просьбу выполнили, да, вот, ну, сходили в ад, да, сходили же? Ну, это, в первую очередь, как бы, не моя просьба, это просьба разработчиков Майнкрафта, они же вот это, танцующих кабанов сделали. Тем более, мы просьбу разработчиков Майнкрафта выполнили, выполнили, теперь мою просьбу можно выполнить? Ну, зависит от того, какая эта просьба будет. Я требую чики-бомбони. Точка. Давай хотя бы не так резко, как бы на людях. В смысле чики-бомбони и точка. Филиппа и Лизы. Они уже там давно бездетные родители сидят и скучают. А чё ты мне раньше-то не напомнила то, что Филипп и Лиза, они же до сих пор не женаты дальше. Какие чики-бомбони? Без свадьбы чики-бомбони нельзя, Катя, это все знают. Поцелуй только перед, после свадьбы. Так перед или до? Перед, после, до свадьбы. Так подожди, почему мы тогда до этого всех нормально чики-бомбонили без свадьбы, а сейчас вот надо? Потому что до этого у нас не было алтаря. Сейчас, когда у нас есть алтарь, всех надо вот это сначала женить, а потом уже чики-бомбонить. А, вон оно что, ну тогда пошли готовить жениха и невесту. Лизочка, Лизочка, замуж пора, стой, стой, Лиза, Лиза. Лиза, твой муж Филипп уже за нами идет, ну хватит как бы убегать, от судьбы не убежишь. От судьбы не убежишь. Ну надо, Лиза, рано или поздно, все, Кать, давай ведем в алтарь, быстро, пока они не убежали снова. Так, давай, Лиза, ты не бойся, вот смотри, Чебурак и баба Чебурака уже поженились, вот. Смотри, с ним все в порядке. Счастливы в браке, Филипп. Кать, мне кажется, Филипп не очень хочет жениться, прям совершенно не очень, но как бы вас никто не спрашивает, да, Кать? Да, мне что-то кажется, что Лиза тоже не очень хочет, но надо, у нас надо. Теперь чики-бомбони только после свадьбы. Чики-бомбони по расписанию, как говорится. Филипп, давай сюда! Какие вы дикие, а как... Вы псы нормально себя вели, а вы? Давай, цепляй их к забору, тут ненормальный, один в воде и другая в воде, ну тогда давай их так будем женить, они туда вряд ли заберутся. Ну, слушай, они на самом деле пара, они друг другу подходят, реально. Любят воду. Кать, давай, твой выход, давай иди сватай их, давай иди жени. Сейчас, Лиза прям под водой, прям полностью, ты посмотри на эту дурочку. Кать, она умирает, ты дурочка! Кать! Слушай, а мы в наших сериях выживания материмся или нет? Потому что мне сейчас кое-что вот такое хочется сказать, чтобы меня просто запикали здесь всего. Ну, вообще не материмся, но сейчас можно, наверное. Сдохла во время свадьбы! Я так понимаю, она очень сильно не хотела замуж за Филиппа. Она же такое пережила, она падала с Сейфелевой башни, она пережила все троллинги и сейчас просто кокнулась, потому что она все же не смогла полюбить этого Филиппа, она не смогла справиться с этой безответной любовью. Слушай, ну это судьба, это Лискина судьба, но это ей суждено было походу рано или поздно, да, Игорек? Так-то она, ей суждено было кокнуться, как сейчас и Игорьку. А что там с Филиппом тогда делать, он получается вдовец?
Ну, слушай, ну отвязывай Филиппа, повезли его обратно в эту, в каморку его. Ёперный кокот, Филипп, пошли за нами, пошли. Слушай... А это ты виноват. В смысле я виноват, а я тут при чем? А знаешь, почему ты виноват? Почему я виноват? Потому что ты захотел свадьбу, а я захотела чики-бомбони. Мы бы их там за чики-бомбонили, не отводили бы к алтарю, и все бы у них нормально получилось. Зато знаешь, Кать, если бы мы сейчас их не отвели к алтарю, мы бы никогда не узнали то, что Лизка-то Филиппа никогда не полюбит и будет жить всегда всю жизнь в несчастье. Слушай, ну тоже верно. Я считаю, что это майнкрафтовская судьба, от нее не уйдешь. Сколько раз мы спасали Лизу? Фу, просто и просто коту под хвост! Ну как? Ну слушай, может быть теперь мы Филиппу сможем найти новую Лизу, мистер Крипер? Иди убей мистера Крипера, а то он сейчас еще и Филиппа подорвет! Иди! Убей мистера Крипера, быстро! Убиваю! Убила! Вау, убила! Мелкий Игорь тоже сейчас убьется. Ну да ладно, вернемся. Так вот, что я хочу сказать. Что? Что мы теперь Филиппу будем искать новую жену. Да сколько можно? Да нас в этом сезоне мы столько раз не сдыхали, как у нас лисы сдыхали. А может это вообще тогда судьба судьбешная, что им вообще нельзя вместе сводиться, вот этим писцам и лисам? Тогда получается лиса с лисой, писец с писцом. И тогда они будут любить друг друга, реально, может это нам намек? Слушай, точно, мы тогда в следующей серии найдем новую бабу писца. Хорошо, да, баба писца, потом найдем... Потом найдем Лизу, и потом Лизе, бабу Лизы найдем. Сложно, но можно разобраться. Отводи его домой. Ну почему-то мне кажется, то что постройка Диснейленда откладывается. Походу в следующей серии, Кать, мы будем строить не Диснейленд, а кладбище. А ты ведь знаешь, мы теперь никогда не узнаем, каким бы был их ребеночек маленький. Белый все-таки или рыжий? Пойдем поскорбим Алиске возле океана. Прощай, Филипп.